Здрасте, друзья. Вот, поставил ванночку. Купаются. А сегодня не гонял. А сейчас где-то 9 утра. Вот. Ну, порезал я их. Кто-то может осуждать, кто-то не знаю. Сказать, что зря сделал. Но выбивает молодых особенно. Выбивает этот сапсан. Если был бы тетеревятник, с ним бы было бы легче. Ну, друзья, от нового. Ну, они все так не очень. Я их насильно пока не гоняю. Пусть обвыкнутся. Привыкнут. Удлиненные они такие получились. На второй я. А вот, а второй. Длинные, торпедные такие получились. Вот их не батя. Вот это вот одногнездки. Вот. Перка получилась. И вот, вот. Тоже перка получилась. А мама у них перка. И вон еще один пескун. И, конечно, баночка не очень большая, но им хватит. Вот тут хотел рассказать, еще пермских держит голубей. Сегодня какое число? 2 октября. У него уже 8 потерь. Представляете? Вот рассказывал. Разговаривал с ним, рассказывал он. 8 штук забрал. Ну, обратите внимание, искупался. Весь зачуханный. Сыпется. Ну, это от красного. А. На вид его посмотрите. Сыпется весь. А. Просит еды. А он каждый своего отца просит еду. А вот моя хромая. Он кого-то не видит. А что там за стая такая летит? В глаза солнце светит. Вот я не понимаю, что это? Это голуби, но какие-то они другие. Мол, стая полетела. Это голуби. Но другой какой-то вид у них. Я не знаю. Сразу видят. Кто-то может осуждать, что я их порезал. Да, они уходят. Взрослые в основном. Да, берет он взрослых. Ну, уходят, но все равно надо подстраховаться. Пока. Я никогда раньше не резал крылья. Ну, не знаю. Каждый по-своему с ума сходит. Ну, там пискун. Ну, первый раз во двор вышел. Ну, и все. Оранжевый подбородок от куркумы. Ну, залезли. Конечно, да, ванночку побольше им надо. Ну, вот они как все. Сейчас линяют, летают не очень. Да, поднимаются все, но время. И сокол нашугал их. Отгонял. Что-то не идут вверх. Вот такие вот, друзья, дела.
Ну ладно, как-то так. Удачи, друзья. Здоровья вашим голубям. Чистого неба. Удачи.